Хей, здорово, друзья! С вами снова Джексон, и это снова The White Door. Как вы помните, мы проснулись в четвертом дне. Нас уже пытались отравить. Здесь был отравленный пончик, который скушала мышка. Слава ей, что она спасла нас. За нами через окно следит какой-то подозрительный мужик. Непонятно какой, он прям вплотную подходил, я аж обделался. И в прошлом сне, или еще где мы видели, что мы лежали на этой кровати, весь в трубках он лежал, весь, короче, чуть ли не при смерти, куча врачей, что это вообще происходило, не знаю. Но давайте будем разбираться дальше. Так, у нас тут, как я понимаю, все по стандарту, да? Да, подъем, завтрак, а что-то пончик, что-то я не хочу его есть. Давайте попробуем. Надеюсь, я не сдохну. Опять пончики? Да-да-да, подозрительно. Так, гигиена. Так, надо умыться. Что-то с ним такое, кровь, что ли? Откуда кровь? Чувак, ты это? Там вытрись, что ли? Чик-ч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 ик. Все отлично, что случилось? Я вот тоже не знаю, что случилось. У тебя откуда кровь? Так, писяо. Отлично. Забавно, он по-большому ходит в туалет раз в 5 дней, наверное. Так, окей, что там дальше? Осмотр же дальше, да? Да, дальше осмотр. Давайте глянем в окошко. Хопа! Дождина идет. Привет, птичка. Я тоже хочу быть свободным. Но тебя ж вроде никто здесь не держит, наверное. Опа. А что это? Картины здесь не было раньше. Картины здесь не было, это точно. Так, что у нас здесь? Сегодня 17 число, пятница. 20 числа нас должны выпустить. Цветочек, ты еще не сдох? Ты растешь. Все, молодец, мы тебя не поливаем, но ладно. Здесь больше ничего нет, кроме нашей визитки. О, тетрадь. Что это такое? Роберт Хилл, клиент, номер такой там... Лейк, озеро типа. Ага. Бейкер-стрит 291. Он живет на Бейкер-стрит. Он Шерлок Холмс. Так, что-то там еще. А, это анкетка, которую мы тогда тыкнули наугад. Интересно, от этого что-нибудь зависит? И женщина найдена мертвой. Это вот его подружайка. И все. Это типа наше местное личное дело. Окей. Наверное, оно нам пригодится. Эй, сестра! Бззз, горшок звенит. Здорово. Привет, Боб. Почему она называет его Боб? Он же Роберт. Почему Боб? Рада вас видеть. Какой ваш номер клиента? Обалдеть! Нашла, что спросить. Я его наизусть должен знать, по-твоему. Так, номер клиента. Номер клиента. Это вот это вот надо запомнить. Или вот это, наверное. H1931LRL. H1931RL. В какой день она умерла? Чё? Давайте снова идем. Сюда, здесь записули это есть. Смотрим. 12 октября. 12. Еще раз. Чё? А, соболезную вашей потере. Последний вопрос. Вы хотите здесь остаться? Да не хочу, я хочу домой. Помните, я здесь, чтобы помочь вам. А, то есть это была приколюха, ты меня не выпустишь, да? Окей. Ладно, что у нас там дальше? Занятие на компьютере. Эй, мужик, ты здесь? Нет, мужика здесь нет. В коробке что-то изменилось? А где мои вещи? А вещи-то где? Сестра! Сестра, у меня вещи спиздили. Сволочи. Окей, компьютер. Давай уже. Что это? Так, это опять на нехватку чего-то. Это... Чего? А что надо делать? А как? А, ё-моё, чего-то маленького не хватает.
А, это надо определить, что это, ё-моё. Здесь цветок. Здесь картина. Это окно. Здесь пончик, наверное. Здесь коробка. Цветок. Картина. А. Окно. Пончик. А здесь-то что? Динозаврик? Чё-то я не понимаю. Это окно, наверное. Здесь пончик. Да. Эй, стой, вернись обратно. Так, здесь пончик. Здесь... Здесь... А что здесь-то? Ну ладно, давай, ну, допустим... Допустим, коробка. Здесь цветок. Здесь картина. А здесь... Ну, допустим... А, птичка, ё-моё! Ё-моё, я пытаюсь понять, что за, блин, динозавр нарисован? Опа, чё это? Так, иди сюда. О, урина, мохито. Окей, ладно. Бульк. Что это был за адский смузи? И что-то он даже ничего про него не сказал, ему, походу, не понравилось. Так, сейчас нам нужно опять поза ним. А, это был... Это был ужин, да? А почему нам ужин не засчитали? Я не до конца выпил? А, схавать лимончик, схавать сельдерей. Мой любимый напиток. Да? Ну ладно, тебе видней, мужик. Так, занимаемся веселухой. Что это, блин? И что это такое? Ух ты! Это... Какая-то последовательность действий? Open bar... Чё? Так... Первое... Открыть эту фиговину. 4 раза на неё нажать. 4... Опа! Опа! Открылась. И чё? Окей. А зачем она нам открылась? Дальше. Это первое, что надо было сделать. Второе. А у нее там какие-то винтики есть? Серьезно? И правда. Так, эти все должны быть вот так, по-моему, да? Или нет? Интересно, а что за схема? А. Минус, 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 а здесь палка, да. Чуть-чуть попутал. А, вот так. Оп. Ух ты. Ух ты. Интересно, и что это? Что это за крутилочка? Такая. А, типа надо нам все их включить, да? В правильном порядке, как я понимаю. Так, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Ёптыть! Чё я наделал? Чё это? Чё такое? Мужик, ты кто? Ку-ку. Мистер Хилл? Что вы делаете? Осторожней с интерьером. Слушайтесь, мистер Хилл. Придерживайтесь распорядка, пожалуйста. Да окей. Так. И чё это? А для чего это я сделал? Интересно мне знать. Может, он дверь оставил открытой? Нет, не оставил. Ладно, окей. Там что-то было про комп. Ребут. Вверх-вниз, влево-вправо, X-Enter. Вверх-вниз, лево-право, X-Enter. Вверх-вниз, влево-вправо, X-Enter. Аварийная перезагрузка. Окей. Войти. Выберите аккаунт. Опа! Ух ты, интересно. А... И чей нам нужен? Так, давайте посмотрим, может там еще какая-то подсказка есть. Так, это нам нужно заребутить. See window mirror. Это понятно, это обозначение.
Это нам можно порыться. Ну окей, давай, Адамс. Введите пароль. Пароль, я не знаю. Может, в деле в личном пароль указан? Лейк. Пароль Лейк. Так, ну это нам не Адамс нужен. Мы кто? Мы черти знает кто. Но вот почему-то мне кажется, что вот это вот наша учетка. Да стой, я ж... Так. А, вот так. Ке. Лаке. Ошибка нет. Джонсон, Уолкер, Джеймс Ли, Грант, Хорн. Он у нас Роберт... Роберт Хилл. Нашего здесь нет. Дело. Окей. Пробуем здесь. Я даже не знаю. Может, какие-то подсказки есть? Не знаю, в унитаз. Зачем мы открыли унитаз? Мы же не просто так унитаз открыли, я надеюсь. Да. Так, здесь это мы все перечитали. И вроде мы в правильном порядке сделали. Сначала открыли здесь, потом сделали здесь. Сейчас пытаемся взломать комп. По ящикам ничего нет. Где... кстати. Буквы Т здесь не было раньше. Окей, ладно. И что нам это дает? Что нам это дает? Ничего нам это не дает. Стаканчик. Может, стаканчик что-нибудь? Розочку из него сделаем, давайте еще раз пикнем и зарежем врача. Так будет веселее. Так, можно отдыхать уже, в принципе. Это я типа отдыхаю, да, это у меня игра такая местная. Так, здесь никого нет. Очень интересно. Этот сатанинский сейф тоже мы вскрыть не можем, потому что здесь какой-то... Здесь какой-то адовый код. Вещи у нас все сперли. О, кстати, смотрите. Я думал, это просто печатька. А этого тоже раньше же не было. Хм, интересно. Буква Т и, не знаю, давайте скажем, что это окно. В окне тоже ничего нет. О, дождливый денек. Да, идет дождь. Все-таки зачем мы открывали унитаз? Может, тут что-нибудь покрутить надо? Да ничего не крутится. О! Ой-ой-ой, мы затопили сортир. Спасите. Здорово, мужик. Че пришел? Мистер Хилл, успокойтесь. Это последнее предупреждение. Не заставляйте меня возвращаться. А ты кто такой вообще? Интересно. Очень интересно. Но отдых наш... Состояние бунтарь. Смотрите, опа. Чё это мы бунтарь-то? Мы нормальные вроде. Четвертый же день вроде нормально прошел. Чё это мы бунтарь? Ничего не понимаю. Но больше ничего нет. Значит, дело в компе. Надо копаться в компе. Ладно, давайте дальше. Кто у нас тут дальше? Вот этот, по-моему. На этого я не пробовал. Опа, а что это лежит? Что это такое? Это мужик обронил удостоверение. Имя Джей Грант. Код доступа лог. Опа, вот оно что, Михалыч. Так, Джей Грант. Пароль лог. А зачем тогда у нас на личном деле написано лейк? Может, это что-то значит? Так, лог. Стоп. Сикей же там.
Да, там CK. Лок. Выберите сообщение. Не знаю. О, кстати, пациент Хилл. Дорогой доктор Грант, мистер Хилл наш самый ценный пациент. Пожалуйста, убедитесь, что он все время придерживается распорядка. Его воспоминания бесценны для нашей организации. С уважением, менеджер. Приветствие. Дорогой доктор Грант, приветствуем вас в нашей команде. Напишите, если будут вопросы. С уважением, менеджер. А, смена пароля. Привет, Джим. Классная прическа. Можешь поменять мой пароль на Hope? Спасибо, доктор Адамс. И чё? Так, пароль Hope. Окей. Так, а Адамс здесь же тоже есть, да? Да, смотрите. Адамс здесь тоже есть. Так, окей, заходим. Так, хоппи. Хоппи. Так, давай О нам. Хоппи. Так, хоппи. Сообщение, извини. Привет, Кэтрин. Я забыл свой пароль. Кажется, я записал его где-то в досье Хилла. Посмотришь? Спасибо, Гарри. На досье Хилла там Лейк. Вот чей это пароль. Окей. Окей, так. Так, это у нас был какой-то Гарри. Гарри Поттер, может быть? Так. А, Гарри же у нас с H начинается. Вот это, наверное, Ли. Так, там Лейк, да? Вот теперь нам пригодился Лейк. Так. О, операция Хилл. Так, окей. Дорогой доктор Ли, я надеюсь, все готово к сегодняшней операции. Подключите разум Хилла и убедитесь, что он не проснется. Процедуру вы знаете. Чё? Они чё тут со мной делают? Ну, точнее, с ним. Инцидент. Дорогой доктор Ли, я в курсе произошедшего вчера ночью. К счастью, воспоминания не повредились. Если пациент проснется во сне, он сорвет всю операцию. Пожалуйста, соблюдайте осторожность. В следующий раз проведите операцию безупречно. Менеджер. Доступ к шкафу. Опа! Вот это, наверное, нам и нужно было. А, так. Сатанинский крест, окно, буква Т и ключик. Окей. И это вот у нас получается вот этот сейф, да? Так, значит, ищем сатанинский крест, окошечко, потом буква Т и ключик. Хобана. Опачки. О, пятнашечки. Пятнашечки я люблю. Так, и я как понимаю, нам нужно восстановить типа питание, да? Нам нужно замкнуть всю цепь. Ага, во, все-таки я собрал ее. Я собрал, питание я восстановил. Окей. Это что такое? А, ну это... Хотел сказать, это просто. А, ну да, это просто. Тут нужно поставить то, чего туда, куда что-то не хватает. Ну вы, короче, поняли. Тебя сюда, а тебя сюда. Чик, отлично, я гений. Телек заработал. Ё-моё, наркомания. Вот это он, кому видели в окне. Это Old Nest, наш ресторанчик. Пистолет. Это что за тень из Хоттабыча? Опа, сигнальчик. Валим. Эй, мужик, я разгадал вашу херню, ну выпустите меня отсюда. Мистер Хилл, вы пересекли черту. Вы не оставляете мне выбора. Мне придется ввести вам успокоительное. Сосчитайте до трех. 1, 2, 3. Леди Озера. There I was. Там был я. Or at least what was Или left то, of me. Что осталось от меня. Где ты есть? Это ты? А, да.
I ordered another drink. Я заказал другой напиток. А, вот так. The barman was a strange barman fellow. Бармен был довольно странным. Any money left? Еще остались деньги. I took my wallet. Я взял кошелек. 7, please. 7, пожалуйста. I don't have any change. У меня нет сдачи. 2, 3, 4, так, 5 и 7, вот так. Или как? Ну, так на, вот. Хер, на тебе. There you go, sir, Bloody Mary. Вот, сэр, кровавая Мэри. Опа. Окей, давай бухаем. Я сделал глоток. He looked at me. Он посмотрел What на меня. What do you have on your mind? О чем вы думаете? Херню всякую. I took the photo out. Я вытащил фото. And unfolded it. И развернул его. А что, у нее глаза закрыты? Полностью. Women. Can't live with them, can't live without them. Не можем жить с ними, не можем жить без них. I put my glass down. Пик. I have a solution. У меня есть решение, но оно будет стоить денег. That would be 18. Это будет стоить 18. На тебе 10, на тебе 5, и на тебе 2, и на тебе 1, наверное. You know what Опа. To do. Вы знаете, что делать, мистер Хилл. О, нифига, он такой нам ствол дает, да? Ха-ха, охереть, бармен. Я растерялся. Suddenly, внезапно открылся занавес. She started singing. Она начала петь. As loud as she could. Как, так громко, как могла. Язык горбачей. А что надо? А! Вот. Обалдеть. И что это? И что надо делать-то, ё-моё? Я не понимаю, что надо делать. Я не понимаю, одинаковые, что ли, убрать? Да, блин. Так, вот эти вместе вылетели. Эти тоже... Или надо сначала один, два, потом вот ты. Да в смысле? Я не понимаю. Ну, а что тебе не нравится-то? Так, ладно. Два. Нет. Да заткнись уже. Во, походу угадал. Am I really doing this? Неужели я это делаю? И чё? О, давай! Пыщ! День пятый. Интересно. Ну, кстати, да, мне там кто-то в комментариях писал, что он поди это, сам её убил и потом застрелился, но он, походу, просто застрелился. Опа! А это мы где? Люди, чё происходит? Ладно, четвертый день был длинным, давайте сделаем перерыв. Это становится довольно интересно, поэтому будем продолжать. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте увиденное. И увидимся в следующем дне The White Door. Пока-пока.